Посмотрите, друзья, на эту роскошную яхту. Вот иногда бывают у нас и такие приходят. Но в основном, конечно, маленькие. Вот такая красавица. Это вот у нас айланд. Видите? И вот это прибывают люди на фестиваль. Здесь вот сейчас приехал кораблик небольшой. И люди прибывают с Мейланда. Фестиваль у нас будет пятница, суббота, воскресенье. 3 дня музыкальный, о котором я вам говорила. И вот уже люди в четверг прибывают. Сегодня четверг. Уже занимают места. Вот смотрите, там вдалеке небольшие, если вам видно, палаточки уже ставят. Чтобы не платить деньги, ставят кто где может. Потому что есть специальный кемпинг, где можно эти палатки ставить, но там надо платить деньги. А люди вот приспосабливаются поблизости где-то находить места. Вот приезжают еще вот на таких шикарных караванах, посмотрите. Сразу. Ну вот на пароходиках, как я вам сказала, люди прибыли тоже. Прибывают и прибывают. В основном молодежь, как вы видите. Вот это вот очередной маленький катер привез. Так. Людей, друзья, на удивление много. И это еще только начало. Вообще, конечно, прикольно. Посмотрите, какие они все прикольные. И у нас, конечно, столько молодежи, как на фестивале, здесь не бывает. Поэтому интересно посмотреть, какие они все прикольные. Да, вот посмотрите, люди прибывают и прибывают. И посмотрите, какие караваны шикарные, вот эти машины, как они называются. Я думаю, караван все-таки, да? Кто может, кто на чем может, тот на том и прибывает. Вот там вдалеке тоже палаточный городок. Вот еще вам караваны, посмотрите. А этот такой огромный, да, какой-то огромный. Интересно. И видите, с какими они огромными тележками? Это вот такие фанаты. Мало того, что у них там, наверное... А, это пиво у них, посмотрите, затарена вся тележка. То есть пиво привезли с собой, потому что здесь, наверное, будет все дорого опять. Ну вот, денежки считаем. Посмотрите, как они все навьючены. Это такое впечатление, что они приехали не на фестиваль, они куда-то в горы приехали отправляться. Так. Интересно. И при том, что это еще только-только четверг, первый день, когда начинается вся эта история. Вот, да. Посмотрите, какие шикарные автобусы. Я даже таких и не видела. Это тоже вот. Это все вот прибыли на вот таких вот разных автобусах, машинах, караванах. Он на яхте. Все, прибыли на фестиваль, друзья. Так, вот еще вам, пожалуйста, поближе. Раскинулся палаточный городок. Вот они почему такие навьюченные, почему они с такими рюкзаками, посмотрите. Потому что они же все эти палатки с собой прут. Вот так. Ну, а вот здесь вот эти вот новые дома на побережье у нас вот очень красивые. Еще не достроены до конца, но смотрятся великолепно. И здесь как-то много этих яхт прибыло. Посмотрите, вот еще, пожалуйста, красавица какая. И вот вам еще, пожалуйста. И там вдалеке еще. Просто как на Лазурном берегу, друзья. Я помню, в Каннах на Лазурном берегу стояли такие красавицы яхты.
Но там же миллиардеры ездят, миллионеры. А здесь вот много пришвартовалось яхт у нас на фестиваль музыкальный. Вот вам кафе Бриз. Друзья, посмотрите. Сейчас зайдем внутрь. Вот так внутри, как обычно. Такое вот кафе Бриз. Сейчас посидим, посмотрим, может быть что-то возьмем. Хорошие места уже заняты, к сожалению. Ну вот, друзья, мы заказали сидр. Фруктовый сидр смотрится очень красиво. А вообще, мы заказали еще и горячее, не знаю, дождемся ли. Сказали, что бизи, очень много людей. Ну вот и дождались мы своей еды. И вы знаете, что-то как-то не впечатлило, скажем прямо. Но зато дорого. Будем наслаждаться. Будем наслаждаться. Пока, друзья.